Добрый день, меня зовут Андрей Нарубин, кайт-школа «Кайт на ура». Сегодня будем ремонтировать шланг для насоса. Как обычно, у нас шланги кайтовые долго не живут. Вот один шланг порвался, второй тоже отвалился. Нужно где-то искать ему замену. Приходишь, звонишь в кайт-магазин, шлангов отдельно не продают. Или продают, но, насколько я знаю, сейчас стоимость шланга составляет порядка 800 тысяч рублей. В наших поездках, ну, иногда нет возможности заказать шланг, ждать. В итоге, проехав по хозяйственным магазинам, я подобрал шланг, похожий по диаметру, который является сливным шлангом для стиральной машины. Стоимость данного шланга 50, может быть, в других хозяйственных магазинах 100 рублей, 1,5 метра, прорезиненный, достаточно гибкий шланг. Поэтому для ремонта очень даже подойдет. Что нам нужно, когда у нас сломался старый шланг, это вытащить, конечно, из него составляющие. Отсюда и отсюда. Скотч, клея, ножика, ну, может быть, еще ножницы. Не составит труда. Минут за 10 мы получаем уже готовый шланг рабочий, который можно использовать. Вот этот шланг я сделал, ну, минут за 5-10. Он отлично подходит.